Администрация города подготовила к подписанию соглашение о намерениях в сфере реализации 9 инвестиционных проектов. Это проекты в сфере рекреации и строительства объектов курортной инфраструктуры, 2 проекта в сфере жилищного строительства, еще один предусматривает расширение инфраструктуры зимних видов спорта. Будут подписаны соглашения и в сфере сельского хозяйства. 3 инвестиционных договора будут заключены для развития сельскохозяйственного производства, что, конечно, новое, и оно, наверное, возникло в связи с тем, что стоят задачи по импортозамещению. Еще по 2 проектам администрация Сочи участвует в подписании 3-сторонних соглашений совместно с администрацией Краснодарского края. Первый проект предусматривает строительство объекта придорожного сервиса, второй – спортивно-туристского комплекса в Адлерском районе. Снова на форуме уже 3-й год подряд выставлен проект реконструкции центральной набережной. Он достаточно дорогой, инвесторов пока не нашли. Поэтому городские власти рассчитывают на помощь государства в реализации этого важнейшего проекта.